Всем доброго дня! Приготовим томатно-шпинатное смузи. Для этого нам понадобятся сладкие сорта помидор, листья шпината и петрушки, семена льна и соль. Помидоры разрезаем на 4 части и отделяем часть плодоножки. У шпината отрезаем стебли и нарезаем беленькими полосочками. Листочки петрушки тоже отделяем от стебеля и мелко рубим. Подготовили продукты. И можно переходить к следующему этапу приготовления. В чашу блендера вводим подготовленные продукты. Добавляем семена льна. Слегка присаливаем. Включаем сначала на маленькую скорость, постепенно скорость будем прибавлять. Готовое смузи разливаем по стаканам. Добавляем еще семян льна. И украшаем петрушкой. Томатно-шпинатный смузи готов. Спасибо, что были со мной. Приготовьте этот простой и очень полезный напиток.